Итак, а мелодия какую-нибудь можешь сыграть так, чтобы мелодию? Па-па-па-па-па. Вот это пиво. Привет, с вами Гоша Грипс и проект «Первая варка пивоварни Бербрю». Сегодня у нас специальный предновогодний выпуск. О чем же он будет? Давайте я вам немного расскажу. Сегодня ко мне должен подъехать Саша, но мы не будем показывать, как мы переливаем на дображивание пиво. Это не очень интересно, к тому же, по-моему, мы это уже показывали. Сегодня мы проведем дегустацию разного пива. Часть пива купил я, часть привезет Саша. Сегодня я попрошу Сашу оценить три напитка и расставить их по ценовым категориям. Они, сразу открою вам секрет, идут с градацией 50 рублей за пол-литра. То есть самый дешевый из них — это Сибирская корона Три Хмеля. Думаю, что Саша с ним должен угадать. Второй по цене — это неизвестный мне, честно говоря, напиток. Он продавался в одном из местных супермаркетов. Это просто, вот видите, в баклажке на разлив. Но тут написано Indian Pale Ale. Я думаю, что это Саша должен смутить, и он должен поставить высокую оценку этому напитку, если там хотя бы немного хмеля есть. И третий по цене — это старый добрый Шпатен. Вот посмотрим, сможет ли он угадать, какой из этих напитков дороже, какой дешевле. Такой вот челлендж решил я устроить Саше под Новый год. Всем привет, это Александр, проект «Первая варка» к пивоварне Биарбрю. И мы сегодня будем вслепую дегустировать разное пиво в разных ценовых категориях. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Это наш первый опыт такого сорта видео. Ну, не знаю. Посмотрим. Так, первый напиток. Надо еще и ценовую категорию тоже потом будет угадать. Ну, такой вот солодовый. Запах, пены там вообще нету. Ну, чуть-чуть сейчас посмотрим, что получится. Да, достаточно сладенькое пиво. На что похоже-то? На лимонадик похоже. Вырубай давай, что. Так и будешь. Это все, что ты хотел сказать. А попробуй угадать. Может, угадаешь, что за пиво конкретно. Не будешь угадывать, да? Оставлю. Ну, запомним, это первое. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пара-па-пам-пам. Ну вот это уже получше всякое. Ну тут такая яркая хлебная нота. И, ну, видно, что он темнее, конечно, гораздо. Совсем не фильтрованная. Ну, не знаю, наше такое, по-моему, не делает. Видимо, какое-то иноземное пиво. Будем пока думать, что оно иноземное. Что, ну, такой темный бланш. Ну, пиво вкусное, как горчинка, причем достаточно, по-моему, не только солодовая, но и хмелевая, очень сильная. Ну, не конечно, не крафт, но такое послевкусие достаточно горькое. И пиво мне нравится гораздо больше, чем предыдущее. Ну, тут можно, наверное, еще говорить, что в свое время мне очень нравились нефильтрованные всякие сорта, но это, наверное, отголоски вот именно тех времен. Но пены, как мы видим, что там вообще, вообще нет. Ну, хотя вот тут тоже... Не все так славно. Ржавичка потом вылезает, на человека ее нет, она горечь-горечь, потом потихонечку кислеет, и в конце, и уже вот вторая половина начинается, если не запах, потому что запах как был такой медовенький, так и остался, то во вкусе, конечно, дрожжи прут. Итак, третий напиток из кружки, потому что красивый бокал кончились. Пены нету, ничего нету, тоже такое. Ну, это что-то среднее между
по цвету между двумя этими, как так вот все это взять. Не получится разбивать не будем, поэтому. Ну, будем сравнивать с предыдущим, вот, что по цвету. По запаху, конечно, тоже. В запахе только солод и причем какой-то остатки. Прям вот кисленький такой запах. И привкус чего-то не могу понять чего. Ну давай, это за тобой выбор. Че? От дешевого к дорогому, слева направо. Ну или справа налево, как тебе удобнее. Могу подсказать так, вот смотри, примерный ориентир цен 50, 100, 150. Ну, пускай так будет, блин, 50. Блин. То есть, ну, так, 50, 100, 150. Так, ну, это еще бутылочки. А, да, попробуем. Первое, хотя бы так, навскидку. Не, может, я же такого стоит не понимаю. Первое, это было вот 50, да? Да. В общем, конечно, опозорюсь, ничего не угадаю. Итак, первое это... Опа, шпатон. Это 150. Ну, по акции оно может быть где-то 99, но ну, номинальная цена 150. Видишь, я же говорю, я опозорюсь. Ну и все. Так, второе, уже страшно. Второе, это самое дешевое. Это три хмеля сибирская Давай. Корона. А это средний, получается, ценовой сегмент. О, но, и шипашка. Но люди не постеснялись назвать это ИПА. Ну, не знаю. Что там внутри чего? Это вот так оно фасуется. Да. Разливная замануха. Ну, в общем-то, видишь, не угадал. Но хочу заметить, то есть получается, что... Ну, пиво достаточно вкусно, хотя вот... Самое интересное, ни одно из них не встало на свое место. Я хотя бы даже перепутал. Все мимо кассы. Ну, тут видно, что предпочтения за последний год явно сместились от этого вот к этому. Так. То есть, если год назад я... Ну, хотя как бы, года полтора назад пил только вот это, потом Дюнкель, Шпатн, то теперь уже совсем уже как бы предпочтения отошли и сместились, ну, ей видно куда вот, что если это написано ИПА, то это ИПА. Вот. И поэтому уже как-то вот, а это что-то среднее, причем без ярко выраженного абсолютно хмелевого какого-то, да, какой-то хмель, достаточно кислый. Не зря я тут как-то метался. Ну, это я сейчас оправдываю свою просто косорылость вот это вот. Ну, вот это, да, самое вкусное. У него достаточно плотнее всего. Вот. Не очень. А я так сейчас в кадр так попаду. А еще у него достаточно... Более того, запах достаточно медовый такой. Немного. Он 24 числа разлит. Мне кажется, был бы разлит. Ну, то есть, это пластик все равно. Было бы посвежее. Мне кажется, было бы еще лучше. Ну, может быть. Но единственный косяк в нем, это вот именно, что во второй половине начался, вот, когда ушла... Дрожжи. Когда ушел вот запах именно хмеля, то начался запах дрожжей. Ну, это у всех так вот. Непонятно, фильтрация или часть тех процессов. Победителем стал неизвестный ИПА. Олдшкипер. Да. Ну, а Шпатн... Ну... А Шпатн как скатился. Может быть, он по акции, поэтому... Хотя нет, я ж не по акции брал. Ну, что там с датами, кстати? Ну, это сентябрьский. Очевидно, сентябрь там неудачный. Не знаю, Шпатн уже начали где-то в России разливать или нет? Изготовитель? Нет, все, Мюнхен, все. Да. Такое же, как я пил в Мюнхене, очень вкусное было пиво, самое вкусное пиво, которое я пил. Ну, это было давно, сейчас уже, конечно, не стал бы. Все, всем спасибо за внимание. Саша тоже мне приготовил небольшой сюрприз.
И сейчас дегустация продолжится, правда, не очень понимаю, в каком формате она будет. То есть там ценовую категорию будем определять или просто вслепую пробовать, и какой вкус понравится. Я не знаю, сейчас мы все увидим. А вот уже идет Саша с первым напитком. От души. Спасибо. А я не люблю такие, мне кажется. Ну, я специально. А скажи, какой формат, расскажи, какой формат. Да, ты можешь встать за камеру и рассказать, какой формат мероприятия, что я должен оценить. Ну, это три бланша будут, и надо угадать, какой из них, в принципе... Вкуснее! Не, у них все понятно. С ними там, я скажу, потом есть какой-то определенный признак, по которому их нужно. Ну, допустим, по региональному производителю будем их угадывать. Там, как... Зашибись! Ну, соответственно, и цена тоже там в этом. То есть, локальный там, худо-бедно. Я не очень люблю бланша. Не люблю. Дареному пивасу в зубы не смотрят, да. Бухай и все, с Новым годом. Кисленький. Да ладно. Да. Тащить следующий пока. Этот пей давай. Я его не буду так много пить, я сейчас его... Я не знаю, мне хорошо, я не знаю, что такое бланш, а давай вот так вот с этого начнем. Нет, напоминает пшеничные сорта, типа... Ну, Хугарден. В Германии это называется Вайс. Ааа, все, тогда все стало. Ну, я не знаю, насколько там это... Ну, да. Можно так сравнить, но это как бы не Германия, это сразу хочу сказать. Я предполагаю, что Тоттингер. Ну, так, Вайс от Тоттингера, хотя цвет не очень характерен для него. А запах и послевкусие такое. Ты мне прям открыл глаза и все. Я так вкусно. Ну, вот смотри, я тебя просто это запрограммировал так нечестно. Надо, чтобы это было. Ты ставь туда, вот уже. Ну что, мне у меня вкусовые рецепторы вообще очень странные, поэтому для меня пиво оно делится на светлое и темное, крайне говоря. И вкусное, и невкусное, субъективно. Вот это. Я бы его не стал покупать постоянно, а вот от случая к случаю я бы его, наверное, брал под настроение. Потому что вот легкое, приятное пиво. Ну и так особо не набухаешься. И цвет мне не нравится. Такой мутный, бледный, неяркий. Так, давайте второй. Пьяно запах. О, нет, смотри. Вот сразу меня что-то пугнуло в первом. Мне запах не очень понравился. Я не стал об этом говорить, потому что думаю, что может быть это со стилем связано. Запах, потому что не дрожжевой, а такой, откровенно говоря, слегка вонючий какой-то. Да, я бы его так характеризовал, этот запах. При том, что как бы я готов пить пиво с таким запахом, но часто А знаешь, что мне это напомнило? Отдаленно. Это не оно, Дмитрий, три семерки, три топора. Который вот пиво попал. Вот сейчас ты ему такой комплимент ответил. Вот очень отдаленно, потому что кислинка, ну здесь кислинка благородная, там кислинка интересная была. Вот, смотрите видео про то, как мы дегустировали три топора. Второе пей давай, что первое хорошее. А знаешь, не могу оторваться. Давайте приступим ко второму. Запах. Пена стойкая, гораздо лучше, чем у этого. И цветочный запах. Но меня на мякине не проведешь. Не исключено, что здесь все было натурально сделано. А здесь могли быть какие-то отдушки добавлены. И вот этот вот явный такой запах. Бросающий в глаза. Не надо таких необоснованных предположений. Да, я имею право все что угодно обосновывать. Какие-то отдушки там добавили. Ну ладно, мы не хотим обидеть производителя пива. Запах очень приятный. Вот прям, мне кажется, девушкам понравится такое пиво по запаху. Сейчас попробуем на вкус. Ой, запах хороший. Совсем другое пиво. Оно... Стал бы эти одинаковые пиво наливать. Оно слаще. А кто тебя, знаешь, за тобой не заржавеет? Взять три бокала, одинаково принести, сказать, вот тут давай, выкабинивайся. Потому что цвет, ну, они... Ну, цвет схожий. Кстати, это потемнее немного. Мне кажется, здесь чуть-чуть цитрусовые какие-то истории еще во вкусе именно, в запахе. А там не было цитрусов? Не было. Нет, там в запахе вообще... Нет, он реально... Ну, сам понюхай. Оно может быть даже, не знаю... Да что, его не нюхал, что ли? Не...
Ну, запах не очень приятный, согласись. Ты что, с к Богу обращался, судя по камере? Да. И передо мной тоже, походу, Бог. Так. Вот мне это больше нравится. И у него карбонизация чуть-чуть лучше, оно как-то... Ну что, значит, лучше? Больше, меньше? Как тебе больше нравится? Я же не знаю. Нет, небо колет. А, знаешь, больше карбонизация. Покалывает, да. А вот этот вот... Тут более мягкий. Здесь вообще... Так сейчас третий, подожди, тогда ты жонглируешь, сейчас тремя будешь. Да, третий сейчас. Неси, давай. Ну давай пей пока, что, мне интересно, ты еще что-нибудь скажешь, что... Про альпийские луга, там еще что-то. Да, вот свежий медведь. Все, что я это как раз говорил, запах и вкус, они очень гармоничные тут. И если у этого запах мне не понравился, но я постарался от него абстрагироваться, и поэтому только оценил вкус, который, ну, в общем-то, для такого пива вполне себе сносный, то здесь запах хорош, вкус отменен. Но опять же, я хочу... сказать, что я постоянно не пью такое пиво, мне оно не очень нравится. Как лучше получилось, как всегда. Пива мало, а пены много. Ой, мой любимый формат. Ну, видно даже по цвету, что они все одинаковые, что да, бледнота желтая. Да. Пообещай, что мы не будем варить этот стиль, мне не нравится. Не будем, конечно. Где мы открытое брожение, танки возьмем. Да, действительно. Ну что, чуть чуешь? Вот. Ну, видно, как сколько он выпил там, вот, да, вот сейчас пальцем показывал, да, сколько в этом, вот, и сколько вот тут. Я вот. По мере просто своего насыщения, мне на самом деле вот это больше всего понравилось на данный момент. А по запаху, по интенсивности и по букету, я его прям посередине взять, вот эти, мне кажется, два слить, получится вот такой вот. Не знаю, помню, а отсюда так, у меня не сидит. Так, пожалуйста, все. Ты тем более знаешь, что там, я не знаю. Давай, пей, давай. Я знаю, что там. Оно теплее. Ну что поделаешь, не выдержали да. Немного. Так. Вкус у них почти одинаковый вот с этим, но... Какой-то из них угар был. Вот я говорю, ты стал заложником, вот запрограммированным. Ладно. Именно ладно. Тем того, что... Нет. Бланш. Вкус хороший вкус. Запах средний между этими, меньше карбонизация. По вкусу я бы их вот эти вот приравнял, по запаху, ну, посередине. Поэтому, вот не знаю, как мы оцениваем. Я не знаю, по стоимости, не по стоимости. Я не знаю, просто... Давай, одно чисто российское пиво, вот так вот, давай сейчас, одно чисто российское пиво, одно импортное, а другое смешанное, варится в России по лицензии и бельгийской пивоварни. Ну, клево. Давай по вкусу. Будем предполагать, что за границей делают более качественно и хорошо пиво, поэтому давай. Не, давай как бы предполагать. Ох, началось вообще. Вот это пиво. Мне понравилось больше всего. Ты вот последнее мало пил-то, что ты там попробовал, ты второе пил. Ну что ты меня. Стоп. Их надо еще разочек свернуть. Да, давай сейчас. Даже они сейчас постояли. Нет. Немного, сейчас это солод вперед пойдет. Вот это еще по всему его Денис-то сильно. Не знаю, ну вот такой я человек. Ну давай, такой, по рейтингу по своему человек. Поставь, что там у тебя получается. Вот они у меня стоят по рейтингу. Вот это пиво мне понравилось вкусом и запахом. Но, опять же, ну так вот я, возможно, оно... Знаете, вот... Если прям угадывать, я думаю, что здесь два Хугарда на один импортного, другого российского производства и третий по... Да, ну какое, что это такое? Третий вот этот. Ну ладно, давай. Ну что, давай вскрывать уже, попробуем. Какие предположения еще будут? Да, нет, предположения, я хочу сказать, что вот это... Ну да, какой бы оно ни было, вот это мне не понравилось, вот это бы я стал регулярно пить, ну, не чаще, чем другие стили, которые мне нравятся, а вот как Вайзе захотелось, сразу бы взял вот это. А вот это, что-то среднее мог бы взять, если вот этого бы не было, хотя тоже не айс. Гош, ну, с любителем пока. Ой ты, ой, прям. Ну то есть вот.
Ну давайте разбираться, да? Бланш де Брюс. Бланш де Брюсы. Я его пробовал, вот, ну, на самом деле, вот так вот он, наверное, и должен остаться. Вот так-то вот, лучше. Вот, да? Да. Ну, что, да? Ну, и хотя бы видно. Да. Я же не знал, что он сразу упадет. Шмель вообще удивительно, потому что я категорически мне не понравился шмель, когда я его пил. И бланш я оценил бы выше. Но ну, слепое прослушивание, все прям честно, все честно. Я теперь рад, что за 200 рублей за литр я... Ну, не 200 рублей за литр. А ты даже удачнее его взял? Ну, сколько? 156 стоит. Нет, так 150 хорошо, рублей за литр. Чем 200 не брал? Ну, в этом, на рабочем 156, по-моему. Вот. В общем, ребят, ну, МПК, да, вот... Ну, видите, ждем подношенничество. Я прям... Удивлен. И Хугарда. Это Хугарда. Хугарда, да? Ну, так нет. Я не угадал его, по-моему. Ну, это Клинский Хугарда. Ну, я сразу прям сказал, куда Хугарда, потом куда-то Воттингер пошел. А чего вонючий такой, правда? Ну, это Клинский Хугарда, что я же так что... Вот. Бланш, ну... Я не знаю, как он сюда затесался. Ну, я-то понимаю... Как? А какой еще бланш? Я понимаю, что цена... Они все три бланша. Цена за пол-литра примерно вот так вот располагается как-то, да? Вот так. Ну нет, шмель самый дешевый. Вот так, да? Да. Ну, у нас та же самая картина вышла, что и у Саши. То есть, смотрите, из чего делаем, что вот два таких рядовых ценителя пива вывели в первые строки в самые... Ну, ты второе место. Я-то вообще вывел ноунейм какой. Да, ты ноунейм, который второе место занимал по алкоголю. А я вот, да, представляете, как легко меня... Купить. То есть, шмеля и все. Всех с наступающим Новым годом. Желаем вам попробовать как можно больше вкусных сортов. В том числе, возможно, доведется попробовать наш пивас. Пивоварня Beer Brew. Итак, с вами были Саша Гендальф и Гоша Грипс. Проект «Первая варка» пивоварни Beer Brew. Пейте вкусно. И в меру. Можно начать? Да, всем можете. Всем привет. Еще один дубль, да? Подними выше оба, короче, потому что они в кадр попадают только горлышки, или у тебя голову в обрез придется. Там ценовую категорию будем определять, или просто вслепую пробовать, и какой вкус понравится, я не знаю, сейчас мы все увидим. Пара-барам-пам. Пу! Ну и что скажешь, что не люблю бланши? Назови мне пару-тройку известных бланшей, чтобы я уж совсем... Если я тебе назову пару-тройку известных бланшей, то это все будут, которые сегодня ты будешь пить. Я не знаю, мне хорошо, я не знаю, что такое бланш, давай вот так вот с этого начнем. Нет, напоминает пшеничные сорта, типа Хугарден. В Германии это называется Вайс. Все, да. Я тогда программировал так нечестно, надо, чтобы это было. Ты ставь туда, вот... Ну что, нет, вкусно. Вот Оле лучше дегустацию провести. Она сама любитель этих сортов. Ну да, садись. Второй круг. Ну иди ко мне. Ну иди сюда. Ну попробуй. А я знаю, что это. Отдай-то! Вот, попробуй. Вот, что-то хитрое. Давай. Давай, пей и расскажем. У меня вкусовые рецепторы вообще... Тут сейчас нечестно, мне что-то пытались подсказать. Ну и так особо не набухаешься. Смотри, вот подсказывают какие-то подсказки, что-то там это. Крокодилы играют, видишь, все. Вот, пожалуйста, видишь, как это? Ах ты, смотри, оно такое же вообще по цвету. Ну опять же, я хочу сказать, что я постоянно не пью такое пиво, мне оно не очень нравится.
Че ты ржешь? Вот че ржешь? А, при камере не хочется говорить. Хотя тоже не айс. Ну все, пожалуйста. Что там происходит? Гоша с любителем ПК. Купить. Купить. То есть шмеля и все. Оль, ты будешь шмеля тебе пить? В сравнении. Да, попробуй просто. Да, садись, свое мнение выскажи. Ладно. Нальешь бланш, я налью шмеля. Так, ой, прям. Я прям вот это вот моя любимая стилистика, да, когда. Да не прольется. Давайте. С наступающим Новым годом. Всем желаем счастья. Смотрите канал Первая Варка. Пейте вкусную. Рано. Пейте вкусные раны. Нет, я еще не все сказал.